Я только что повернул, Игорь. Нормально? Шампуры, пожалуйста, бабушке скажи. Бабушке. Эй, Ромка, Ромео, привет. Ромка, Ромка, Рома, ку-ку. Хорошая глазочка, давай, 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 давай. Которая покрупнее, вот где-то съест. Да. Мне не дадите. Вот, работничек-то голодал. Я просто зашла быстро, яшка. Там даже жарко. Там даже душно, да. Я хочу, чтобы он... На-на-на-на. Смотри, смотри, Ромашечка, вот. Вот-вот-вот. Вот, вот сюда вот, мне, давай я подыграю. Вот он смотрит. О! Ромик! Ку-ку! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Где он игрушку-то потерял? О! Сегодня не настрой, нет настроя того. Мясо. Мясо это не для тебя пока что. Мы за мясом-то. Спасибо. Да? Рома! Мяу! Ромка! Где деда? Рома. Нет, это нашел. Конец цвета. Что? Мы ведь домой поедем, да? Конечно. А это... Че? Пить будем? Пить? А что пить? Моя разве что. Крашеные, слушай, у меня-то не пачкаются. А это верхние? Роме. Чупа-чупс называется. Ладно, Рома, мама за место тебя съест. Да, пока. Да. Радуйся, пользуйся, скажи, мамочка. Вы откройте, посмотрите. Чего? Яйца, выберите там себе. Да тоже много цветов, да? А? Да, я ноу-хау в этом году сделала для себя. Это ты что называется, этот? Как она, слово-то, декупаж? Да. Декупаж он занимался. Ты посмотри, это все салфеточки и такая красота. Сейчас Андрюша придет. Это то, что это у меня тебе? Новые растут. У меня же сильно выпадали волосы. Ну? Вот сейчас новые лезут. Да ты что? Как ежик, да? Ну да. Новые волосы. Это у тебя послеродовая такая, да, стрессовая ситуация? Да нет, это просто организм перестраивается. Рома! Усы приклеивать не надо будет. Что не надо? Усы приклеивать? Косу. А, косу? А это самое... А мне вот тогда никто ничего не сказал, как у меня не это начали выпадывать. Ну, девочки говорят, если вот 3 месяца выпадают, если, говорит, так же продолжает, надо уже укреплять. Не укрепляют. А если, говорит, ну, у большинства прекращается через 2,5 месяца. Когда пылесосом пылесосишь, вот Крыма и у Юли одинаково. Да, да, много-много волос, да. Жен такой ходит волосатый. И Юля. Без волос, да? Только до коврик поднимаешь, пол протираешь. Да, баба так смеялась громко, да? Баба так смеялась. Ого! Ну чё? Ну сказывай! А? Мама, этот кран понравился? Понравился. Мне тоже понравился. Самое главное, быстро греет очень. Нет, ты знаешь, там надо вот так медленно-медленно начинать. Быстро-то не надо, как бы надо так тихонечко-тихонечко. И там уже градус показывает. 16, 17, 18. Не, но все равно он воду-то быстро греет, все ты согласись. Ну, прямо раз и на 50. 1 мая 2016 года
Андрюша в отрубе после рабочего дня, да. Который бабушка вопреки постановлению... Ой, все, он бабушку приписывает. А как же? Ей и Бог говорит о том, что работать нельзя. И правительство сказало, что не рабочий день. Она организовала что? Это приятный отдых. Это получение нового опыта. Ну хорошо, хорошо. Модернизация нашей жизни. Но похвали бабушку, похвали. Конечно. Ну ладно. Дедушка. Да. Дедушка. Ну ладно, добро.